у БелГУ прошел региональный научно-технический фестиваль «Робостарт». Фестиваль проходил под эгидой правительства Белгородской области и Института инженерных и цифровых технологий НИУ БелГУ. Для Белгородской области проведение такого фестиваля «Робостарт» – это очень значимое и важное мероприятие, которое дает ребятам почувствовать интерес к любимому делу, а самое главное – признание от того, что ты уже достиг. Участниками фестиваля стали школьники, а также учащиеся среднего и дополнительного профессионального образования. В общей сложности 200 человек, из них 27 обучаются в инжиниринговой школе НИУ БелГУ. Выступавшие подчеркнули актуальность современного инженерного образования для будущего страны и пожелали участникам дальнейшего роста. Мне очень приятно, что наш фестиваль, который проводится уже второй раз, пользуется таким большим интересом. Мне очень приятно видеть здесь вас, увлеченных, творческих, молодых людей. Я уверен в том, что сегодняшние соревнования станут не просто фестивалем, соревнованием, а станут настоящим праздником детского, юношеского, научно-технического творчества. Юные инженеры представили свои проектные работы и соревновались в футболе роботов, траектории с инверсией, ралли роботов, робосумо, пилотированием в кубе, 3D-моделировании. По словам участников и болельщиков, все площадки для робосоревнований были организованы удобно и безопасно.